Рады вас видеть. Сегодня у нас 1 июня, День защиты детей, да? И начало, первый день лета. Я думаю, что сегодня все отогреются. С сегодняшнего дня уже начнется. Надо немножко чистоту сделать, я не слышу. Надо, ну, все отогреются и уже все рады, что наконец-то придет лето. Как вчера один человек сказал, что вы представляете, уже лето, а скоро зима. Уже лето, а скоро зима. Вот. Но я думаю, что нас это не пугает. И мы все равно продолжаем жить и продолжаем меняться и готовить себя, потому что наше лето это... О, класс! Нет, это не громче, ты как раз... Да? Ну вот, как раз хорошо. Да? Я уже себя слышу. Вот. И наше лето это Господь, потому что наша задача и наша вообще цель на земле это подготовиться к встрече с Ним. И да, то, что мы делаем на земле, это мы готовим свой дух, проходя через какие-либо трудности, там, неприятности, испытания, давление. Но самое главное, как Иисус сказал, дьявол может что-то сделать с нашей плотью, но эта плоть никому не нужна. Прах это и в прах вернется. Но если дьявол сделает что-то с твоим духом, то вот за это нужно переживать. Аминь. Потому что в жизнь вечную не входит плоть, не входят материальные какие-то вещи. Мы ничего с собой не возьмем. Мы голые сюда пришли и голые отсюда уйдем. Но то, что мы с собой возьмем, это то память, да? Это наша жизнь. Это то, что было в нашей жизни. Те победы или поражения, которые помогут нам или же попасть на небо, или же пойти в ад. И, конечно же, мы приходим в церковь для того, чтобы услышать наставление или услышать слово, которое поможет нам сохранить свою жизнь для жизни вечной. Потому что наша жизнь не измеряется годами, которые на земле. Это всего лишь аренда. Но наша жизнь измеряется вечностью. И то, куда мы попадем в вечности, это самое главное. Так что давайте будем смотреть на небо, смотреть на Иисуса, меняться, идти. Он, никто не знает, когда Он придет. Все Его ждут, но никто не знает, когда Он придет. И мне всегда задают вопрос, а вот когда Иисус придет? Я не знаю. Даже если Он придет сейчас, самое главное, чтобы ты был готов пойти на небо. Аминь. Он может прийти, написано, что он придет как тать ночью, как вор. Ты не знаешь, когда вор придет тебя воровать? Никогда не знаешь. Вор знает, когда он придет. Потому что он всегда выслеживает, чтобы когда удобный момент. Но ты не знаешь, когда тебя воруют. Ты не знаешь, когда придет неприятность в твою жизнь. Но дьявол знает, когда тебя поймают. И как только ты дашь ему повод, он тут будет, как тут, он будет тут, как тут. Так что наша задача – это менять свою жизнь, это менять свои привычки какие-то, которые, возможно, не соответствуют с Божьим Словом, изучать Божье Слово, работать над собой, и тогда мы будем иметь шанс и возможность попасть на небо. Бог дает этот шанс каждому. Бог не избирает, у Бога нет любимчиков. Бог любит всех одинаково. И дает возможность всем одинаково. Он умер одинаково за каждого человека. Он не умер за за вот эту Аню, я точно умер. Нет, он умер за всех. Он сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Тут нет избрания. Он не перебирал. Он выбирал, он умер за всех. Он любит всех. Он принимает всех. Он принимает, многие говорят, ну Бог меня любит такой, какой я есть. Да, Он принимает тебя в церкви и ну, в свое сердце таким, какой ты есть. Но это не значит, что ты должен таким же и остаться. То есть, когда Он тебя принимает, Он тебе дает, открывает тебе свою любовь, свою милость и прощение. Но также Он тебе дает возможность и слово для того, чтобы ты поменялся и для того, чтобы ты пришел уже подготовленным.
Следующий ключ, как я назвал, ключи для, для верующих людей, потому что на самом деле эти, без этих ключей, которые мы изучали, если вы что-то забыли, вы все можете найти в интернете. Если вы хотите узнать, как найти в интернете, подойдите к Лене, она поможет вам найти нас на Ютубе, и вы можете переслушать все проповеди и учитесь, потому что на самом деле эти ключи, они помогают, они помогали мне, и они помогают многим людям. И сегодня очередной ключ, который я, который помог мне когда-то в моей жизни, я назвал его: если ты дал слово, или ты что-то пообещал, сделай все возможное или невозможное, чтобы его выполнить. Потому что огромное количество людей, они не ценят свое слово. В наше поколение, в котором мы живем, за слово, данное в 19 веке, люди готовы были стреляться. В наше время есть девиз. Мне вот очень нравится. Пацан сказал, пацан сделал. Не сделал, еще раз сказал. То есть, ну, это нормально для многих людей. И что самое интересное, мы привыкли давать эти слова налево и направо, не замечая. И я, когда прочитал то слово, которое я буду сегодня читать, Бог мне показал образ. Если вы когда-либо имели возможность работать с компьютером и принтером, это тот же самый принцип, который в жизни человека. Когда мы включаем разные функции, хотим распечатать эти какие-то файлы, да, и мы даем их на печать. И забыли, что мы дали один файл, начинаем давать второй файл, третий файл, десятый файл. В конечном итоге принтер перестает работать. Почему? Потому что там уже 100 файлов стоят в очереди, и принтер не может понять, что выполнять, что делать. У него конфьюз. И что мы происходим? Ну, для того, чтобы принтер обратно начал работать, мы заходим в эту программу и начинаем все удалять, стирать. Но это возможно только в компьютере. Но в нашей жизни мы привыкли раздавать слова, обещания, клятвы налево и направо, не понимая важности и ценности этого. Первое, кому мы клянемся или обещаем, это Бог. Мы всегда Ему что-то обещаем. Знаете, когда? Когда нам что-то нужно. Или когда нам тяжело, или когда у нас проблема. Я знаю, я всегда, когда лечу в самолете, мне так это нравится. Особенно, когда ты летишь над штатом Вашингтон, и там крылья начинают складываться. И там люди начинают, такая искренняя молитва. Ты прямо смотришь, это дух молитвы в этом в самолете. И ты думаешь, сколько мне обещают. Но спустя, когда самолет присел, все такие облегченно вздохнули, вышли и занимаются своими делами. Но духовный мир не понимает шуток. То, что мы будем сегодня читать, вы увидите, что духовный мир не понимает шуток. Второе, второй уровень обещаний. Мы обещаем самому себе. С завтрашнего дня делаю все по-новому. Все. Почему человек обещает самому себе? Потому что он понимает, что то, что он делал сегодня, или то, что он делал вчера, привело его к какому-то тупику. И он начинает обещать. Все, торжественно клянусь. Некоторые это делают перед зеркалом. Некоторые собирают консилиум. Некоторые выходят, ищут своих друзей, чтобы похвастаться, как они с завтрашнего дня начнут что-то делать по-новому. И потом смотришь, сдуло, пропал. Встречаешь его через год, ты же думаешь, что у человека уже все поменялось. А, не спрашивал, еще хуже, чем было. Почему? Потому что пообещал и не сделал. Следующий уровень обещаний, мы начинаем обещать друг другу. Я обязательно тебе сделаю, тебе нужна помощь. Я ж первый, кто тебе помогу. И потом не дозвонимся. Ты ж меня знаешь, я обязательно это сделаю. Третий уровень обещаний, четвертый уровень обещаний, это мы обещаем своим детям. Тут хоть хлебом не корми. Обещания расходятся налево и направо. И мороженое куплю, и мультик включу, и все, что хочешь, сделаю. Только не кричи в магазине. Приходишь домой,
уже забыл про мультики, про мороженое, про все остальное. И если он что-то начинает требовать, ты достаешь ремень или берешь его за угол, ставишь его за ухо, ставишь его в угол за то, что он еще требует выполнения обещания. И я начал размышлять, почему люди это делают? Почему люди обещают и потом находят отговорки, чтобы это не выполнять? И я для себя как бы, ну, сделал такие три пункта во всех четырех сферах. Почему люди обещают и потом не выполняют? Первый такой уровень обещаний. Почему человек обещает? Потому что ему хочется, чтобы как можно быстрее какая-то ситуация разрешилась. К примеру, да? Если у тебя смертельная ситуация, ты понимаешь, даже если ты атеист, ты все равно начинаешь кричать в небо. Пожалуйста, помоги. Я не знаю, кто ты там, но я знаю, что где-то там кто-то говорил, что ты помогаешь. Только спаси меня, меня сейчас убьют. Хоп, не убили. Ну все, спасибо. Это я сам. Слава Господу за бронежилет. То есть мы обещаем в экстренных ситуациях, тогда, когда нам тяжело или когда нас уже припекло. Второй пункт, почему люди разбрасываются обещаниями и не выполняют их, только из-за того, чтобы показаться, какие они хорошие. Ну, не каждый хочет упасть в глаза. Лечишь пообещать, я обязательно тебе помогу. Тебе, ну, кто первый будет твоим помощником, так это я. Как только я слышу такие слова, ну, когда ко мне люди там обращаются, ты обязательно позвони. Я понимаю, что даже можно и не звонить, все равно не дозвонишься. То есть люди обещают из-за того, чтобы не унизить свою самооценку в глазах других людей. То есть иногда мы обещаем только из-за того, чтобы не упасть лицом в грязь или же не унизиться. Потому что легче пообещать. Потому что мы думаем, что когда мы обещаем, что мы делаем? Мы повышаем свой авторитет. Потому что когда мы обещаем разрешить какую-то ситуацию, на тебя сразу смотрят, думают, какой влиятельный человек. Он даже это может сделать. Ну класс. И третий уровень, почему люди обещают, для отмазки. Лишь бы только пообещать что-нибудь, и потом, чтобы только лишь бы отстали. Но не понимают, что когда ты высвободил слово обещание, тебе обязательно нужно будет выполнить. Огромное количество людей не понимают один секрет. Если ты пообещал, и даже если это тебе невыгодно, ты должен выполнить. Потому что если ты не выполняешь, ты падаешь в глазах других людей. Ты падаешь в глазах себя, и на тебя уже больше никто никогда не сможет положиться. Если вы заметили, когда к вам обратились один раз, потом другой раз, а на третий раз уже к вам никто не обращается. Бывают даже дети, они приходят к родителям, раз попросили, второй раз попросили, видят невыполнение обещаний, все. Они больше не обращаются. И потом что происходит? Теряется контакт. И потом родители авторитетом начинают давить для того, чтобы наладить контакт. Но это можно сделать до определенного возраста. Придет момент, когда дети набирают голос, они становятся самостоятельными, и они могут сказать так, что мало не покажется. И сегодняшняя проповедь о том, если ты дал слово, если ты дал обещание, перед тем, как его сделать, перед тем, как обещать, подумай. Загляни в свои ежедневники, свое расписание, просмотри, действительно ли ты можешь выполнить то, что ты обещаешь. Потому что лучше сказать «нет», чем сказать «да». Потому что лучше отказать и сказать человеку «извини, я не могу тебе помочь». «Извини, я не могу это выполнить». «Извини, у меня в этот день другие планы». «Извини, я безнадежный, на меня нельзя положиться, я ненадежный человек, не обращайся ко мне, я не могу тебе пообещать, потому что я все равно забуду и не выполню». Когда ко мне кто-то говорит, я всегда говорю, послушай, я 100% забуду,
Если вы хотите, чтобы я вам помог или чтобы я с вами встретился, позвоните ко мне. Тая мне говорит, ты ко мне приедешь в гости? Я говорю, Таечка, я очень люблю к вам в гости приезжать. Но вы же ко мне утром позвоните, чтобы я никуда не уехал. Я такой, что я могу сесть и уехать. И бывало такое, я уехал, и Тая меня ловит на трассе. Я ж тут борщ уже приготовила. Я говорю, да, понял. Разворачиваюсь, потому что я забыл, что я должен был к ней поехать. И Тая выучила меня, что она лучше позволит, и я обязательно приду. Вот, ну, я занятый человек. Но это не оправдание. Это не может быть оправданием, что если ты пообещал и не выполняешь. То есть нельзя оправдывать себя. То есть ты должен все помнить. Из-за чего я всегда говорю, там, если ко мне, ну, ты можешь со мной встретиться? Я говорю, позвоните к моей жене или к Лене и узнайте у них, могу я или не могу. Потому что я не знаю свое расписание. Я не знаю, чем я буду заниматься завтра или во вторник или в среду. Об этом знает или Лена, или моя жена. Все остальное я не знаю. Я себе делаю, они мне, Марина мне звонит, говорит, так, ты делай сегодня вот это, вот это, вот это. Лена мне напоминает, вы должны сделать вот это, вот это, вот это. Оп, все, я уже картина нарисовал. Так что, или найдите себе администратора, или будьте сами администратором. Или женитесь уже, в конце концов. Вот. Так что, обещание – это очень серьезный акт. И что я увидел, когда я получил этот ключ? Второзаконие, 23 глава. Что? Ключ, кажется, 9 уже, да? 9 ключ. Я так понял, что их не будет 10. Их будет намного больше. Так что, Второзаконие, 23 глава, 21 стих. Если даешь обет Господу, Богу твоему. Обет – это обещание. Богу твоему. Немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Представляете, как Бог относится к обещанию? Он говорит, если ты что-то пообещал Богу, немедленно выполни его. Потому что огромное количество людей обещают Богу, которого они не видят, и забывают об этом. Но если ты обещаешь невидимому и не выполняешь, то как тебе легко бывает пообещать видимому и тем более не выполнить? И найти тысячи оправданий. Родители находят тысячи оправданий перед своими детьми, чтобы не выполнить свое обещание. Мужья или жены находят тысячи оправданий и объяснений своим несдержанием своего слова. На работе, когда мы приходим на работу, мы обещаем быть там, верными, честными, трудолюбивыми, послушными, подписываем документ, и потом обижаемся, почему нас выгоняют с работы или понижают нам зарплату. Почему? Потому что мы обещаем, но не потом, впоследствии мы не выполняем. Но обещание, Бог говорит, если ты дал обет Господу, Богу твоему, немедленно выполнить. Немедленно. Если ты пообещал в этом месяце молиться, все, я принимаю решение, много людей мне обещают. Я пастор, я услышал о молитве, я понял важность молитвы, все. Не будет дня, чтобы вы меня не увидели на молитве. Уже год жду. Пастор, все, я обещаю. Библия, слово, после каждой проповеди я слышу обещание. Но потом проходит время, я смотрю, человек приходит, задает один и тот же вопрос. А я ему всегда говорю один и тот же ответ. Ты же Библию должен был читать. А, лучше вы расскажите. А как я тебе могу рассказать, если это рассказ на полгода? То есть ты должен брать и делать какие-то уроки. Если ты обещаешь, немедленно исполни. Если ты забывчивый, запиши это на листочке. Если ты забывчивый, скажи своей жене, или своему другу, или своей маме, или своей дочке, чтобы кто-то тебе напомнил. Администратора себе заметил. То есть, если ты что-то не помнишь, если ты что-то забываешь, лучше сказать, знаешь, я могу забыть. Я готов тебе помочь, но я могу забыть. Позвони ко мне.
Я готов приехать тебе, выполнить какую-то твою просьбу, но я всегда говорю, я 100% забуду. 100% забуду. Позвоните ко мне. Я не против помочь, поехать, сделать. Я говорю, я просто забуду. А некоторые люди еще со мной бывают договариваются по дороге, знаете. Я бегу куда-то, они ко мне подходят. Пастор, вы можете мне помочь? Я говорю, конечно, никаких проблем. И побежал. Я уже забыл, о чем с ним разговаривал. Я уже добежал до дверей, уже забыл, о чем разговаривал. Понимаете? И некоторые люди обижаются. Я просто забываю, потому что мне бывает жена ко мне позвонит, а после жены еще 20 звонков. Как вы думаете, после 20 звонков? Я помню, что мне жена говорила? Нет, конечно. Почему? У меня же не компьютер для файлов. То есть 21 информацию там, в 15 минут получить. И я всегда всем говорю, если я вам что-то пообещал, напомните мне об этом. Это не значит, что я не хочу сделать или нет. Я обязательно это выполню. Обязательно сделаю. Просто мне напомните, позвоните мне и скажите. И точно так же вы, если вы обещаете, и вы знаете, что у вас есть проблема, что вы можете забыть, или что вы настолько заняты, подстрахуйте самого себя. Потому что лучше перестраховаться, чем потом быть в плохой ситуации. Следующее. Если ты что-то обещаешь, перед обещанием обязательно взвесь все за или против. Достаточно ли у тебя знаний, достаточно ли у тебя времени, достаточно ли у тебя ресурсов, достаточно ли у тебя понимания в вопросах, по которым у тебя это спрашивают. Желание, времени. Не скажет ли твоя жена потом, excuse me, ты же обещал мне время провести, excuse me. Хорошо, что если у вас будет такая жена, как у меня, которая понимает. Понимаете? То есть, если вы обещаете, немедленно выполните. Почему? Потому что если вы не выполняете, он говорит, ибо Господь Бог твой взыщет обещание с тебя. И если ты не выполнил то, что ты обещал, с чем это сравнивается, там написано? С грехом. Грехом. Некоторые люди говорят, я никого не убил, я не пью, не курю, не матерюсь, не блужу, не ворую, не обманываю. Я святой. Но обещания раздаю налево и направо. Хочу, дал обещание, хочу, забрал. Хочу, сделал. Хочу, не сделал. Хочу, оправдался. Хочу, не оправдался. Вот такое у нас хочу. Но это серьезный ключ. Это будет мешать тебе во многих вещах. Потому что если ты обещаешь и не выполняешь, это сравнивается с чем? Грехом. Несерьезностью. Безответственностью. Следующее место Писания. Матфея, 5 глава. Матфея, 5 глава, с 33 стиха. «Если слышали вы, еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». То есть Иисус начинает учить людях о обещаниях, о клятвах, о вещах, которые они бросают слова на ветер. Да? Он говорит, вы слышали, что в древности говорили, ты не имеешь права приступить, то есть не выполнить свою клятву или свое обещание. А я говорю, не клянитесь вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что оно город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. А Иисус говорит, а ты не клянись вообще. Не обещай вообще никому ничего. Не делай никаких, обетов, да? Что я гарантирую, что я обязательно все сделаю. Я гарантирую. Но Иисус учит, не клянись, не обещай. Не будь человеком, который разбрасывает слова налево и направо, перед Богом, перед самим собой,
перед друг другом, перед своими детьми, не будь человеком, который разбрасывает слова налево-направо. 37 стих. Но, да будет слово ваше «да», «да» или «нет», «нет», а что сверх этого, то от дьявола. То есть, если тебя что-то спрашивают или что-то просят, лучше скажи «да», «я могу» или «нет, я не могу». Потому что, когда ты скажешь «да» и начнешь потом искать оправдание, или вилять, или скрываться, или прятаться, от кого это? От дьявола. От, это то же самое. Понимаете, то есть, насколько Бог, ну, его фокус, его ценность, его сущность, это выполнение обещаний. Представляете, если Бог пообещал в своем слове и не выполнил. Как бы мы относились бы к такому Богу? Хотели бы мы приходить к такому Богу? Нет. Хотели бы мы говорить о таком Боге? Пример, да? Бог обещает, что ты, если ты примешь Его Слово и будешь жить по его заповедям, Он говорит, я собой клянусь, что ты попадешь на небо, ты будешь освобожденный, ты будешь исцеленный. И Бог говорит, я собой клянусь. А он говорит, я не человек, чтобы мне врать, и не сын человеческий, чтобы мне изменяться. То есть, если Бог следит, он говорит, я слежу за каждым своей запятой даже в своем слове, чтобы оно выполнилось. Бог сидит и следит за каждым словом. Ага, я пообещал вот это, выполню. Ага, я сказал вот это, я должен это сделать. Ага, я пообещал Пете, что я сделаю из него, не он будет не Симон, а камень. Ага, хорошо. Я здесь его укреплю. Я пообещал, я слежу. Если Бог, Творец Вселенной, следит за выполнением каждого слова, то почему мы, Его творение, пренебрегаем этим? Почему мы позволяем, кто мы такие вообще, чтобы позволять себе не выполнять обещаний, обетов? Заповеди, которые сами создаем. Кто мы такие? И уже Бог, люди, окружение смотрят на тебя уже как на несерьезного человека. Что бы ты ни делал, то ты уже не можешь быть серьезным. Как бы ты ни поступал, какие бы ты слова красивые ни говорил, несерьезный. Уже в духовном мире надпись такая жирная. Несерьезный. И когда будут говорить там о ком-то, уже надпись там, Юра, оп, несерьезный, безответственный, обещает, не выполняет. Все, нечего на него полагаться, нечего на него даже, ну, полагаться там еще. Некоторые люди говорят, там вчера мне некоторые говорили, пастор, а что вы все один делаете? А потому что мне пообещали, и не сделали, и пастор делает все один. Потому что пастор понадеялся, думал, что люди серьезны, а люди оказались несерьезны. И теперь я понимаю, ага, должен я теперь просыпаться не на 2 часа раньше, а на 3 часа раньше, чтобы успевать. То есть, понимаете, да? Если ты, кто-то тебя принуждает тебя дать обещание, прежде чем дать обещание, подумай. Взвесь все, ну, на весы сразу ставь. Лучше не торопись, скажи, знаешь, я не могу дать тебе сейчас ответ. Знаешь, я не могу, ну, тебе что-то пообещать. Давай сделаем так. Я позвоню тебе вечером, а лучше ты ко мне позвони вечером, и я дам тебе ответ. Я приеду домой, я все взвешу, я посчитаю, я посмотрю, я пересмотрю все, я посмотрю свои планы и составлю, и дам тебе вразумительный ответ. Я не знаю, что я тебе скажу, да или нет, извини, но я тебе дам ответ вечером, позвони ко мне. И когда ко мне человек иногда звонит, я ему говорю, знаешь, нет. Он говорит, как? Я же надеялся. Я говорю, excuse me, я тебя ничем не обнадежил. Я тебе сказал, я приду домой. Он говорит, а почему ты не можешь? Я говорю, я не обязан тебе, ну, отчитываться. Почему я не могу? Я тебе говорю, извини, нет. Не могу. Все, у меня есть на этот день другие планы. Если ты хочешь, я всегда даю другой вариант. Если ты хочешь, я могу это сделать через неделю. Обычно люди говорят, мне через неделю уже не надо. Ну тогда ищи другого, кто тебе может помочь. Как я могу, ну, как я могу разорваться? Я не могу разорваться. Понимаете? Но лучше сказать нет,
чем пообещать и не сделать. Лучше один раз сказать нет, но зато твое слово будет авторитетное, но твое слово будет иметь вес, чем ты будешь просто, как это говорят, о, я хотел так сказать, думаю, это красиво или нет. Литературно. А? Литературно. Понимаете? То есть, подумай. Потому что каждое слово, оно имеет вес. Каждое слово, оно имеет, оно влечет за собой. Пример, да, я помню, когда мой пастор меня учил. Говорит, когда ты что-то обещаешь, да, ты обещаешь, все, я с понедельника буду начинать какой-то проект. Что происходит на небе? Бог такой, вау, наконец-то появился человек, который хочет выполнить мое слово. Потому что Исаия говорил, что у Бога сердце. Где человек, который начнет делать мою работу? Кто хотя бы одного найду? И тут вдруг один из массы людей поднимается и говорит, все, я буду делать проект. Что происходит? Бог всех ангелов, потому что несут служебные духи. Говорит, бегом на то место, все приготовить, все убрать, лишь бы только не спугнуть его. И когда, ну, я знаю по себе, когда я беру за какой-то проект ответственность, первые полгода благодать. Что бы ты ни делал, и погода, и солнце светит, и люди все к тебе приходят. Но проходит полгода, ты такой смотришь, ни людей, ни погоды, уже начинаешь вручную трудиться, уже надо пахать. Но первая полгода, небо открыто. А потом смотришь, а уже надо и поститься где-то, и молиться, уже надо откровение искать, уже надо трудиться над этим. Но, когда ты обещаешь, берешь ответственность, Бог сразу строит все. А вы представьте, да? Вы обещаете, ангелы там ждут, а вас там нет. Ангелы ожидают, а вы туда не пришли. Почему? Потому что в это время вы пообещали еще 100 человеком. А вы не можете одновременно к 100 человекам пойти. Вы можете пойти только к одному. И еще 99 человек разочаровались в вас. Понимаете? То есть это целый... Ну, я когда размышляю об этом, это целая машина, которая работает вокруг нас. И Бог это говорит, грехом называет. А Иисус говорит, все... Обещания и клятвы были в древности, до моего прихода. А после моего прихода, говорит, ребят, да, да, нет, нет, все, больше ничего. Аминь. Да, да, нет, нет, да, могу, нет, не могу. И пускай думают все, что хотят, все, что хотят. Что самое интересное, знаете, иногда люди приходят там ко мне, говорят, ой, ба, такую же историю будет расскажешь, уже сидишь там, уже сопли, уже вытираешь, целый рулон баунти вытер. Я говорю, окей, что тебе надо? Пастор, 10 тысяч меня спасут. Я говорю, окей, я достаю $100, даю. У человека вот такие глаза. Говорит, как? Ты что? И недуховным меня называют, и безбожником меня называют. И как ты можешь служить людям? Я тут тебе пришел, сердце извил. Как ты вот такой-сякой, раз такой? Я говорю, excuse me. Я говорю, ты же, что на меня написано на лбу, что я банк? Или что я печатная машина, или ATM, или лох. Аня, молодец. Ты мне сегодня все слова такие выводят. Я говорю, я так проникся твоей ситуацией, что я могу тебе дать то, что я могу. Я могу тебе дать $100. Радуйся вообще, что тебе хоть кто-то хоть $100 дал. Говорю, пойди еще там... Ты сколько получаешь? Поплачь. Стань человеком, расскажи историю, каждый тебе даст по $100. Возможно. Понимаете, то есть, ну, это как, ridiculous, да? До смешного порой доходит. Люди порой вытаскивают из себя обещания. И мы, не следя за этим, раздаем обещания. Для отмазки, для того, чтобы не показаться... некомпетентным бы, для того, чтобы лишь бы только спрыгнуть от этого всего. Понимаете? То есть суть заключается в том, что если ты поймешь это, ты перестанешь обещать. Ты будешь говорить да, да, или нет, нет. А все, что сверх, от лукавого. Аминь. Екклесиаст.
хороший был дядька Соломон, который назвал себя экклесиастом, хочет нам сегодня поведать. 5 глава. Понимаете, о чем я говорю, или не понимаете? Да, понимаем. Интересно, сколько людей сегодня покаяться в этом? Экклесиаст, 5 глава, 3-4 стих. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Екклесиаст, который был наделен божественной мудростью, он говорит, если ты что-то пообещал, немедли исполнить. Почему? Потому что он не благоволит кому? Глупым. То есть в глазах Бога мы выглядим как глупые. Не важно, сколько у тебя погонов, там медалей, заслуг за тобой. Не важно, там папа ты, мама, директор, пастор, кто угодно. Если ты обещаешь, на тебя смотрят уже как на авторитет. Если ты обещаешь и не выполняешь, на тебя уже смотрят как на глупца, как на человека безнадежного, на человека, которому нельзя ничего доверить, на человека, которого нельзя вообще обращаться. И рано или поздно ты смотришь, а к тебе уже не обращаются. Рано или поздно смотришь, а ты сам себя сдвинул с пьедестала. Если вы замечали, как некоторые компании закрывались, становились банкротами. Почему? Потому что они со слов телевизора, со слов рекламы давали такие шикарные обещания. Но потом, когда это не соответствовало правде, что происходило? Люди подавали на них в суд, люди их отсуживали, люди там проклинали их, люди перестали. Ну, это же сарафанное радио работает быстрее, чем телевизор. И компании закрывались. Почему? Потому что авторитет просто упал. Авторитет, теряли. Это типично, да. Понимаете? Почему? Потому что авторитет потерял. Некоторые родители ко мне приходят и говорят, дети неуправляемые. Я, окей, можно к вам в гости прийти? Приходишь в гости, через каждую минуту обещание. А да что вы делаете? Ну, а как-то же надо смирить. Чем смирить? Тем, что ты не выполнишь это обещание? Ты этим никогда не смиришь. Ты никогда не смиришь ребенка, давая ему обещание. Я начал следить за своими обещаниями для Давида. Я ему пообещал и забыл. А вечером Дух Святой мне напомнил. Я подхожу, ему даю. А утром ему даю. Папа, он идет со мной. Говорит, папа, ты помнил? И для меня, знаете, как елей такой. Думаю, вау, насколько для него было важно, что я выполнил свое обещание. Он говорит, папа, ты помнил? Я говорю, да, я помнил. Я говорю, слава Богу за Дух Святой. Понимаете, то есть, насколько это важно. И дети, они не делают то, что мы говорим. Они делают только то, что мы делаем. И если мы ляпаем своим языком, своим ртом, точно такие же и они. И потом мы детей называем обманщиками, но если дети скажут, что ты обманщик, мы их еще отлупим. Мы еще и накажем, мы еще и выскажем, как ты разговариваешь со старшими. Потому что, видите ли, нам позволено быть обманщиками, а детям нет. Если Бог пообещает что-то тебе и не выполнит, ты такую бочку на него покатишь. Я знаю столько людей, которые в сторону Бога такие бочки катят, что такой думаешь, Господи, как они не боятся, страха нет. Зато сами, если наобещают, некоторые еще говорят, Иисус, я же человек, я же плоть. Бог что, не знает? Бог знает. Бог знает, что ты человек. Бог знает, что ты плоть. Бог знает, что ты немощный. Но для того он тебя и учит, чтобы ты не открывал свой рот. Потому что если ты его открыл, бегом или закрой, или бегом выполняй. Потому что он смотрит за этим, за каждым словом. И если что, он говорит, глупец, все, глупый человек, безнадежный. Представляете?
Вы, наверное, не ожидали такой ключ в этих ключах. Все люди, что самое интересное, вот я общаюсь, ну, там, с людьми, все ожидают от Бога каких-то ключей, таких, вот, таблеточка, знаете, вот, вот съешь таблеточку, твоя жизнь поменяется. Вот выполнишь какой-то, вот, вот, он говорит, ну, вот надо что-то же такое легкое. А что есть легкое? Например, да, Бог говорит, начни изучать мое слово. Разве это сложно? Да не сложно. Выдели в день хотя бы 10 минут для того, чтобы прочитать одно место из Писания, один стих, и поразмышлять на нем, над ним. Через 365 дней у тебя будет 365 размышлений. Представляешь, насколько твои мозги будут изменяться? Потому что я не знаю ни одного человека, который бы изменил свои мозги без Божьего Слова. Но не знаю его. Он мудрствует, но это не значит о том, что он понимает то, как понимает это Бог. Умника очень много. Матфея, 21 глава. Двадцать восьмого стиха. А как вам кажется? А как вам кажется? Оксана вспомнила место писания. Знаете это место писания? Нет. А как вам кажется? У одного человека было два сына. А какая? 21 глава, 28 стиха. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди и работай сегодня в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Это сказал в ответ: «Иду, господин», и не пошел. Который из этих двух исполнил волю отца? Первый. Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье». Аминь. Психиатры и алкоголики быстрее идут в Царство Божье. Почему? Потому что он говорит: «Пойди, сын, поработай в моем винограднике». Оно мне надо. Ну, думаю, не, ладно, сори. Как я мог так с отцом? Пошел и поработал. А второй говорит: «Конечно, господин мой, я ж почитаю тебя, я люблю тебя, твое слово закон для меня, естественно, я сделаю все так, как ты хочешь». И не пошел. Сейчас, да, я для тебя, папа, все брошу. Как тот анекдот, помните, я уже, некоторые уже слышали, как тот едет по Бруклину, паркинг ищет, уже 3 часа ищет, и потом говорит: «Господи, и в церковь буду ходить, и десятину давать, и на молитвы приходить, и Библию читать, только дай паркинг, спать хочу». Тут хоп, выезжает машина: «Ой, извини, Господи, я уже нашел». А, спасибо, Господи, я уже нашел. Понимаете? Понимаете? То есть, когда нам что-то нужно, мы готовы наобещать вагоны маленькую девочку. Когда нужно человеку, вы себе не представляете, Оксана вышла, сказала в точку, да? Я иногда выхожу и говорю: «Нужна помощь». Люди подбегают. Ты же знаешь, приходит время — один. Понимаешь? То есть я так думаю, как так можно обещать и не выполнять? И я так думаю, да, представьте, если бы я кому-то в зале пообещал и не сделал бы это, как бы вы бы ко мне относились? Конечно! А многие про меня говорят: «А ты ж пастор, ты должен любить, ты должен покрывать, ты должен терпеть, ты должен ждать, ты должен там еще что-то думать». Класс! Нет, я так, мне это какая разница? Я буду терпеть и ждать, и это. Но я же понимаю, что это же проблема человека, и эта проблема в будущем помешает ему. Потому что если ты что-то ожидаешь получить от Бога, или от своего бизнеса, или от своей семьи, или от своих детей, это ключ, самый шикарный ключ. Потому что когда мы взываем Богу, Бог отвечает, проблема решается, но когда мы
ну, сами что-то создаем или что-то обещаем, или ну, как-то реагируем и потом отменяем это, типа как своей властью. Моя же власть, хочу даю, хочу не даю. Как мы потом, мы просто когда-то сделаем огромный подпрокол в своей жизни и получим по полной программе. И развалится то, что ты строишь. И многие что скажут? Вот Бог какой-сякой, обещал и не выполнил. При чем здесь Бог? Какую еще нужно таблеточку дать? Уже 9 таблеточек дал. Как поменять жизнь верующего человека, чтобы она изменилась, чтобы ответы пришли, чтобы чудеса пришли, чтобы ситуации поменялись, чтобы исцеление пришло. Иисус говорил, если бы Содом и Гоморра услышали бы хотя бы одну проповедь, хотя бы одно место из Писания, которое вы сейчас слушаете, они говорят, в вредище и в пепле покаялись бы все. Представляете? Говорит, если бы Содом и Гоморра, которые Бог спалил за их благодеяние, говорит, если бы они хотя бы услышали одно предложение из моей проповеди, они бы встали бы на колени, каялись бы все. Почему? Потому что там был Лот, и он никому не проповедовал. Никто им не сказал, что это грех. Никто не пошел и не сказал об этом. И Бог уже из-за того, что наполнились беззакониями, просто вынужден был спалить это все. Конечно, ни одного. Говорит, ну дай мне хотя бы Лота. Авраам стоял и молился, говорит, дай мне хотя бы Лота моего племянника забрать. Понимаете? Это серьезные вещи. Это, ну, я не знаю, как это для вас, но это серьезные вещи. Что-то не происходит? Посмотри. А то все проверяют по 10 заповедям. Хорошо, как с обещаниями? А как, ну, пообещать и не выполнить? Во всех сферах. Самому себе, Богу, всем, друг другу. Ну, друг друга я имею в виду, это когда мы людям обещаем. Младше себя. Что самое интересное, ну, старшеклассники, хотел сказать. Старшее поколение, они позволяют себе безжалостно врать младшему поколению. Они, ну, это страшно. Притчи. 29 глава. Глава 20 стих. Видел ли ты человека, опрометчивого в словах своих? Опрометчивого в словах своих — это человек, который много говорит, выпускает слова на ветер, рассказывает, как будет великое будущее, коммунизм. Все, как это, каждому по возможности, от каждого по труду, или как там? Каждому по потребности. И от каждого по способности. А, и от каждого по способности. Да. Представляете? И все верили. Может. И точно так же здесь. Многие слышат только то, когда идет проповедь. Иисус тебя любит, брат. Он обязательно тебя освободит. Все слышат только это. Но никто не слышит. Если ты хочешь почувствовать свою любовь, его любовь на себе, тебе нужно изменить вот это, вот это, вот это и целый свиток. Как это я буду любить? Пускай Бог меня любит такой, как есть. Окей, Он тебя любит такой, как есть. Но как жизнь твоя поменяется? Я слабая, я не... Как ситуация в твоей жизни поменяется? Как изменится то, что на самом деле, ну, твоя участь, твое дело? Твое дело в призме этой проповеди — закрыть рот на замок. Твое дело — прикусить язык, когда ты хочешь пообещать. Твое дело — сказать стоп, ничего не скажу, перезвони через час. Это же твое дело. Как Бог может за тебя это делать? Как Бог может что-то изменить? Если мы обещаем тогда, когда уже все, ну, в тупике,
А когда было хорошо неделю назад, ну зачем, у меня все хорошо. Я могу только пообещать. Но когда уже все развалилось, тогда мы бежим. Тогда мы уже все. Мы еще и требовать начинаем. Как это так? Ты же сказал в своем слове. Ты же такой, как ты не мог, как ты посмел вообще. Представляете, я поражаюсь порой от верующих людей. Я не говорю уже о неверующих. Я поражаюсь от верующих людей, которые прибегают еще и с кулаком по кафедре стучат. Говорят, пастор так научил. Excuse me, пастор стучит, когда так вчера, да? Вчера были на пикнике. Кто видел дождь вчера на пикнике? А я не видел. Вы видели дождь, а я не видел. Знаете почему? У меня запланированный пикник. Я заключил с Богом завет, что будет солнце и не будет ни капли дождя. Стоим на пикнике, нас тучи уже черного цвета, над нами с Мариной солнце. Нам короны там одевают, поздравляют, все. И тут мне захотелось по нужде. Я иду себе в туалет, закрылся, все. Ко мне все звонят и говорят, наверное, мы не будем ехать. Дождь же на улице. Говорю, какой дождь, я на улице, я же не скажу, что я в туалете. Говорю, у меня на улице дождя нету. Говорю, стена стоит, как нету дождя? Говорю, да нету дождя. Я выхожу, все сделал, выхожу, нет дождя. Никакого дождя нету. Я делаю 2 метра, солнце выходит, и меня солнце сопровождает до пикника. Мне все говорят, пастор, ливень, стеной. Я такой думаю, я не знаю, где вы живете, но у меня солнце, у меня дождя нету. Да, то есть я есть солнце, солнце. Меня только на 5 минут отошел ливень стеной. Понимаете? И многие говорят, вот пастор научил. Так, excuse me, пастор пашет над своим словом, и над Божьим словом, и над своей жизнью. И тогда он берет и говорит, excuse me, по Божьему, я живу по Божьему слову. Он сказал, ты можешь испытать меня. И я когда говорю, excuse me, я понимаю, что я испытал себя, что я не нашел в себе там каких-то изъянов на этой неделе. И я говорю, я не понял. А где ресурсы, которые ты пообещал? А где изменения? А где ситуация? А где то, где это, где? И тогда Бог, ой, извини. Сейчас, бери-ка, все поменяю. Но когда в тебе куча, шлейф целый, и ты кричишь, excuse me, то Бог так предъявит, что мало не покажется. Потому что ты обещаешь и не выполняешь. Ты говоришь и считаешь, что это не важно. А для Бога, оказывается, это важно, и Он это грехом называет. Особенно, если люди обещают быть вовремя и опаздывают. И потом говорят, ой, извините, мы не успели. Когда я был в армии, мои курсанты опаздывали, я их потом на место совершал увольнение. И они так плакали, какой я жестокий без этого. И папы генералы звонили. Я говорю, да мне все равно, что вы мне звоните. Я наказал все. И когда мне курсанты говорили, ой, товарищ капитан, товарищ старший лейтенант, товарищ прапорщик, там разные звания были. Говорит, извините, пожалуйста. Извините, трамвай опоздал. Я говорю, знаешь что? Ты выходи садись на тот трамвай, который едет на час раньше. И ты будешь всегда успевать. Конечно, если ты сел на трамвай, который опаздывает, то, конечно, ты опоздаешь. Точно так же, если ты обещаешь, особенно во времени, и не выполняешь, это тоже. Видел ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. На глупого больше надежды, чем на человека, который что-то там обещает. Представляете? Старшее поколение такие, да? Правда, уже, старшее поколение, которое в 2 раза на старше, для них следить за своими словами, это их честь была. Пообещать и не выполнить, я не знаю, или я не прав так. Правда? А для нашего поколения почему-то, некоторые еще могут сказать, мы же в Америке, свободная страна. Не понимая, что свобода, это слово свобода переводится, как выполнить в точности, ответить в то, ответить быть ответственным за свои поступки.
за свої слова, за свої дійства. Тобто, якщо ти свободний, будь відповідальний за свої слова, дійства і поступки. Тоді ти свободний. А якщо ти обманщик, і чоловік, який обіцяє і не тримає своє слово, то що скажу, я обманщик, я чоловік, який безнадіжний, чоловік, на якого не можна положитися, чоловік, який то правду собі скажу. І тоді все поміняється. Амінь. Сьогодні у нас короткий день.